Бывший полузащитник британского клуба Манчестер Юнайтед Филипп Малрайн стал католическим священником, передает BBC. 29 октября в Дублине 38-летний Малрайн был посвящен сан на католической церкви. С 2009 года он изучал основы богословия в Папском Ирландском колледже. Футбольную карьеру Филипп закончил в 2008 году. Он являлся воспитанником красных дьяволов и числился в составе первой команды с 1996 по 1999 годы. В составе Манчестер Юнайтед он вышел на поле всего один раз.